Ну, если говорить непосредственно о законе для курения, для меня, как для человека не курящего, это, конечно, идеально, потому что я прихожу в ресторан, в кафе, выхожу из этого ресторана с прекрасным настроением, не надышавшись дыма, захожу домой, у меня волосы не пахнут куревом и так далее. Конечно, это здорово, но единственное, что я иногда люблю хоть разочек в месяц покурить кальян. И кальяны, которые сейчас стали делать, да, это, наверное, вот относится к тому, что это табак без никотина, и, соответственно, кальян подорожал. Вот, то есть здесь есть какая-то своя такая игра. Вот. Насчет сигарет, честно скажу, я не особо знала, сколько они стоили до, и не особо знаю, сколько они стоят сейчас. Но то, что ты заходишь там, не знаю, на заправку, заправляешь машину и так далее, закрыты сами продавные вот эти вот вывесные, да, и ты понимаешь, что ты зашел, да, ты не видишь этих сигарет, и ты можешь забыть о том, что ты хотел купить сигареты, это, мне кажется, для курильщиков непосредственно. Вот, и забываешь, и потом вроде раз забыл, не покурил, меньше покурил, два забыл, меньше покурил. И, может быть, постепенно мы сможем вывести, да, народ, потому что у нас огромное количество в соотношении процентном курильщиков, да, и мы, возможно, сможем вывести людей на более здоровый уровень жизни. Потому что сейчас все-таки мы к этому идем, очень много спортзалов стало, очень много тренажеров и на улице, и в парках, и так далее. То есть настолько облагораживается все, что все-таки закон о том, что нельзя курить, да, то, ну, это очень здорово, это очень здорово.